Для этого вкусного рецепта нам понадобятся 2 отварные свеклы. Измельчаем свеклу в виде мелкой соломки. Для этого используем терку для корейской моркови или же такое приспособление, как у меня. Свеклу пересыпаем в миску и возьмем 2 луковицы. Нарезаем лук на половинки, а затем в четверть кольцами. На разогретую сковороду наливаем растительное масло и высыпаем нарезанный лук. Обжариваем лук несколько минуток, а затем добавим 1/2 чайной ложки черного молотого перца и 1/2 чайной ложки сахара. Жарим лук еще несколько минуток на среднем огне до золотистого цвета. Отставим лучок охлаждаться, а пока возьмем 3 маринованных огурчика. Огурцы тоже нарезаем мелкой соломкой и перекладываем к свекле. Далее в ход идет небольшой пучок зелени петрушки. Мелко нарезаем и добавляем в салатник. Туда же отправляем остывший лучок и не забудем о дольке чесночка. Заправлять наш вкусный салатик будем майонезом. Достаточно 2 столовых ложки. Сколько бы ни готовила этот салат на праздник, всегда съедается первым. Вкусное сочетание продуктов никого не оставляет равнодушным. Попробуйте и вы приготовить по этому прекрасному рецепту.